Давайте сразу определимся. Наш Артем Концевой – это не тот, который играл за Батэ в Лиге Чемпионов и брал Кубок России в форме московского «Спартака». Мало ли можно перепутать. Они не только однофамильцы, но и тезки. В общем, запоминайте. Наш Артем Александрович на 16 лет моложе и на 5 сантиметров выше. Хотя есть и более важные 5 фактов. В высшей лиге чемпионата Беларуси Артем Концевой забил 4 гола. Не так много, но, во-первых, он полузащитник, во-вторых, совсем молодой, 20 лет. Удивительно то, что все эти голы случились в один месяц, октябрь 2018-го. Кстати, заметили, голевым пасом помог нынешний тренер дубля «Руха» Вадим Демидович. Карьера Артема Концевого началась в Могилеве. Сначала в дубле, а потом и в основе Днепра и Днепро. Но довольно быстро оттуда он перебрался за границу в венгерский клуб с труднопроизносимым названием Мезюкевешт. Это была аренда, за полгода которой Артем провел всего 3 матча в Кубке Венгрии. Кстати, в этом же клубе до сих пор выступает другой белорус – Александр Карницкий. В послужном списке игрока «Руха» также есть несколько матчей в футболке молодежной сборной, точнее 5. 3 из них были товарищескими, еще 2 против Португалии и Кипра отборочными к молодежному Евро. К сожалению, победить ни в одном из них не удалось, хотя помогали будущие одноклубники Петренко, Сидько и Гречиха. Профильная позиция Артема Концевого – правый полузащитник. Хотя, постойте, 3 из 4 своих голов вышки он забил, атакуя слева. Еще 5 матчей провел в роли центрального нападающего. В общем, с позицией на поле разобраться не так-то просто. Но главное, чтобы наиболее удобное амплуа для Артема нашел главный тренер Александр Сиднев. Один из самых талантливых белорусских футболистов получает не только игровую практику в Рухе, но параллельно и высшее образование. Совсем скоро Артем окончит университет продовольствия в Могилеве и станет дипломированным инженером по автоматизации. Но это скорее на будущее. Сегодня на первом плане, безусловно, футбольная карьера, за которой продолжаем следить.